Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я буду играть в онлайн-симулятор школьника. Что? Это не Murder Mystery на моем канале? Офигеть! Но я подумал, почему бы не снять эту игру? Она сейчас на пике популярности, и тем более она недавно вышла. И я надеюсь, вам понравится данный формат. Вот тут, смотрите, самое интересное, это сложный экстрим и челлендж. Это вообще что такое? Офигеть! Но я надеюсь, правда, что вам зайдет. И мы будем снимать вот такое видео, снимать такие видео, вот. И немножечко отдыхать от Murder Mystery. Согласитесь, когда контент однотипный, он надоедает, он приедается, и хочется чего-то новенького. И поэтому я решил разбавить свой контент вот такой вот игрой. Ну что ж, меньше болтовни, давайте начнем играть. Будем проходить, естественно, на режиме нормально, ну, чтобы посмотреть, что это за игра, что тут нужно делать. Так, вот тут у нас типичный школьник сидит, играет в компьютер, что там у него за игра, интересно. Так, Андрей. Его кто-то зовет. Вон там кто-то за это стоит. Так, на кухню. Мама, мама, можно мне погулять? Мой друг пришел. Андрей. Его зовут там. А уроки все сделал? Да, все. Все. Так, музыка пропала, включаю звук обратно. Что это такое? Двойка? Замечание? Плохо вел себя на уроке? Баловался. И ты еще гулять собрался? Не стыдно? Бегом учить уроки! Никаких гулянок! Фига у него мама строгая, жесть. Он сегодня не выйдет. Туда его. И смотри у меня! Если увижу, что ты занимаешься чем-то другим, получишь по первое число. Офигеть. Ну куда? Пас давай! Так, у него там отец что-то походу футбол смотрит. А он что делает? Он учит у нас геометрию. Объем прямоугольного параллелепипеда. Фигуры на рисунке 107... Понятно, скукотища. Нужно найти способ, чтобы незаметно свалить из дома. А, ему нужно свалить из дома. Все, я понял. Окей. Так, а что у нас тут? Шкафы. Одежда. Ничего интересного, да? А чего у него так мало вещей? Так, там отец, походу. У нас это... Футбол смотрит. Чего у него так скучно-то вообще? Ни вещей, ничего. У него очень мало вещей. А что тут еще можно взять? Может, что-то можно открыть? Нет, ничего нельзя. Лампу. Лампу нельзя включить. Так, кубик Рубика, смотрите. Вратарь, где? Кубик Рубика. Ну, я понял, что это кубик Рубика. Так, 1, 6, 3, 2, 5, 4. Какой-то это. А, нет, все верно. Все, я понял. Так, сбросить. А, понятно. Все. Окей, он нам не интересен. Фотка. Же, а? Так, дата 19.07.2010, возраст 8 лет. Окей, ему сейчас получается сколько? Ему что сейчас, 26 лет? Да забей ты уже! Жесть. Не, ему не 26 лет, вы что, рофлите? Ему не 26 лет, не-не-не-не. Какого года игра выпуска? Блин, надо в интернете посмотреть. Сейчас, подождите, я в интернете посмотрю. Так, короче, он 2002 года рождения. И, видимо, мы это... Ну, я понял, короче, он 2002 года рождения. Поэтому ему сейчас, вот на данный момент, в 2024 году, ему 26 лет. Ужас! Пипец. Ну, ладно, окей. Так. Пойду полью цветы. Мама пошла поливать цветы. О, выключатель. Я могу свет включить. Ну, сейчас день, давайте выключим. А что если будет? Я... Ага, я автоматически книгу беру. Офигеть. Да бей ты уже! Так, ладно, давайте включим компьютер. Можно как-то его включить? А как тут в компьютер включить? Подождите. Мышка. О, включил. Андрей. Enter password. Давайте 555. Так, окей. Подсказка. Андрей плюс год рождения. Так, он у нас 2002-го. Давайте попробуем написать пароль от его компьютера. Окей. О, я вошел. Окей, что тут у него есть? Так, терминал. Какой-то терминал, не знаю, что это такое. Меню пуск, режим сна выключить. Почта. Папа. Отправить фейковое сообщение. Мама. Нет сообщения. А вот ей нельзя фейковое сообщение отправить. Игорь. Так, какой-то Игорь, переписка с Игорем. Привет, скинь домашку по математике. Привет. Я сам не сделал. Туда ее тогда.
Погнали гулять. Го, офигеть. Игорь — это его друг, как я понял. Так, кто это? Вика, опа, какая-то девочка у него есть. Приветик, ты кто? Андрей с 5 А. А, на данный момент он сейчас в 5 классе, да? Ясно. Как дела, что делаешь? Выходи погуляем. Игнор? Ну, понятно, типичная Вика. В игнор тупо кинула бедного пацана. Школа. Что у нас в школе? Что-то придавило. Пойду схожу в туалет. Понятно. Уважаемые родители, приглашаем вас на родительское собрание, которое состоится 26 января 2015 года в 11:15. На собрании будут обсуждаться следующие вопросы. Успеваемость и поведение учащихся, вопросы безопасности и дисциплины, сбор средств, понятно, да, фигня. Детка. Боже. А отец каждое свое действие будет комментировать или что? Короче, скукотища. Окей, выключить давайте. Ничего интересного в компьютере. Давайте мы будем нормально ходить, а не на корточках. Окей, выходим. Что у нас тут есть? О, комната. Давайте зайдем сюда. Если я буду передвигаться сидя, то родители меня не услышат. Только можно. Ой. Что-то там отец злой. Боже. Ты у меня получ... Попался! Господи, что так орать-то? Давай бегом вокруг дома. Три круга, побежал. Обойдешься. А можно я убегу в это? А можно мне домой... Можно я домой пойду? Пожалуйста. Ты что, совсем тупой? Ладно. Может, тут какие-то это есть? Ничего тут нету, блин, что за наказание? Лестница сломанная. Кто бы думал, в следующий раз. А что я сделал не так? Я просто гулял по квартире. О, мама там это готовит, что-то посуду моет. Что за агро, отец? Я в шоке. Ненавижу бегать. А что такого? Вокруг дома, у вас дом вообще маленький. И машинка у вас не очень. Чё давай, смотришь? Давай, быстрее! Да отвали, блин, боже. Окей, давайте пробежим эти три не круга. Понимаешь, по-хорошему, значит, будет по-плохому. Ужас. А можно ее как-то ускориться, мне нет? Или я буду вот так вот медленно ходить пешком, а не бежать? Все нормально у тебя, отец? Последний круг! Последний круг, говорит, ладно. Ну, спасибо. Кто бы думал, в следующий раз. Да ты это говорил уже. Повторюшка, дядя Хрюшка. Окей, ладно. Погнали, пробегаем. Тут еще вообще Господи, деревня такая пустая. Или что это, поселок? Такая пустая, так мало домов. Ой, там это, смотри. Там пацан. Это друг его, видимо, нет? Это не его друг? С девочкой какой-то общается. Вот предатель променял нас на девочку. Офигеть. Да что ты орешь, колхозник? Молодец! Теперь быстро уроки учить! Капец. А меня типа по дефолту вот так вот постоянно кидать будет заново. Окей. Ладно. А что если... А он автоматически книгу достает, если входит. Так, окей, я понял, что у нас отец, короче, злой. Можно выйти? Так, и тут что у нас? Кухня, тут мать. Интересно. А что это такое? Пульт. Пульт нельзя взять. А можно я арбузик возьму? Да... Вы чё, рофлите? Давай, вперед из песни, да чтобы пол блестел! Вы чё, рофлите? А можно мне там по квартире-то хоть походить? А чё, мне полы ещё надо? А если я тебя буду мыть? Ноги твои. Отец там футбол, блин, смотрит свой. И чё, и долго мне полы мыть? Пипец. Ну, мама хоть... Посмотри на него. Сказали же учить уроки, а он... А можно мне телевизор выключить? Подождите. Как телевизор выключить? Выруби телевизор. Вон наберут же по объявлению. Господи, 2015 год сейчас на дворе, кстати. Окей. Так... Подожди. Чё, все, я помыл? Молодец, иди к себе в комнату. Я еще зайду проведать тебя. Да иди... Иди гуляй, короче. На фотке сколько ему лет? Так, на фотке 8 лет, в 2010-м было. То есть прошло 5 лет. Ему сейчас 15 лет. Ой, а чё, можно вот так, типа, это? А она когда зайдет проведать-то меня?
Да забей ты уже! Так, понятно, к матери на кухню нет. Чё пойду это? Гляну, кто там мне пишет. Куда? Куда-то он пойдет? А! Куда бежать? Короче, спрячь в туалете. А можно я? Можно вот сюда за это? Ч-ч-ч-ч. Так, швабра. Бубнит что-то. Блин, а если он в туалет пойдет? А, тут идет. Нет, мне показалось? Или это текстуры? Это текстуры. Ач. Так, отец у нас в своей этой фигне. Заперто на ключ. Вот же входная дверь заперта. А ключ, наверное, у мамы. И чё мне с этим делать, что ключ у мамы? Панель управления выключена. Ой, ё-моё. Тут понадобится специальное средство от жира. А чё мне делать-то? Как мне ключ-то у неё забрать? Ну куда ты пинаешь, а? Может, попробовать вылезти во двор через окно на кухне? Ты гений, что ли? Тебя мать сейчас схватит. Создать повод, чтобы мама открыла его сама. А как? А ну стоять! Да иди в жопу. А как? Ты что, совсем тупой? Подожди, а как мне... Как мне создать повод, чтобы мама открыла окно? Отец рубит его, короче. Уровень сложности нормально. Время прохождения 12 минут. Боже, как я тебя облажал. Как я так облажался? Надо было быть более бдительным и хитрым. С такими навыками все, что я смогу, это только получить ремня по заднице. Я не понимаю, как нужно, что нужно сделать, чтобы мама открыла нам окно во двор. На кухне. Что нам нужно? Ой. Что нам нужно? Уроки сидеть? Грамота у него тут. За участие в конкурсе «Худший ученик 2024-го» что? Баллы за предметы математика 0, физкультура 0. Ну, у него тут, он, походу, галимый двоечник, у него там даже грамоты есть. А может, тут что-то есть в шкафу? Подожди. Нет, в шкафу ничего нет. Подожди, а нет, ничего нет у нас. У него абсолютно пустые шкафчики, ну, там тетрадки какие-то лежат. Так, подожди, может, здесь что лежит? Нет, здесь ничего не лежит. Опять 25! Здесь у нас ботинки. А может, подождите, а может надо отправить анонимное сообщение вот это вот отцу? Так, окей, в почту, папа, отправить человека. Привет, малыш. Ой, отцу сообщение пришло. Пойду гляну, кто там мне. Приветик, малыш. А что за бред, почему? Чё за безграмотные тут писали люди? Лол, в чем прикол? Вообще-то обращение выделяется запятыми с двух сторон. Но в данном случае нужно было написать приветик, запятая, малыш, окей. Надо бы проверить. О! Этот балбес уроки. Он идет сюда. А-а-а! Все, учу уроки. Нет, я не хочу больше бегать вокруг дома. Давай учись. Он бухой, что ли? Надо пойти полить цветы. Так, мама пошла поливать цветы. Может, это нам на руку? Подожди. А что тут у нее на кухне есть? Ничего у нее на кухне нет. Одни инвалиды в команде. Жди. Она же меня сейчас выпарит. Нет. Нет, ничего нету. Ключ какой-то должен быть. Ну, пас, боже. Давай. О, я взял гвозди. Так, выйти, окей, фонарик. О! Ой, я разбил. И что мне делать, она меня увидит? Нужно срочно вернуться в комнату. Бегу. Если я буду передвигаться сидя, то родители меня не услышат. Я сижу, учу уроки, что тебе надо? Что ты акаешь? Послышалось, что ли? Слава богу. Боже. Иди-ка. Так. Мне кажется, или... Подожди, она что-то западает. Я учу уроки. Так, как и случилось? Это что за осколки стекла на полу, а? Ой, не знаю. Равные фигуры имеют равный объем. Что тебе нужно? Вот так ты учишь уроки, значит? Что? Что-то придавило. Боже.
Давай вперед из песни, да чтобы пол блестел! Опять что ли? А я могу шкафчики открывать, нет? А окно можно открыть, пожалуйста? Мне окно нужно, чтобы это... Выбежать из дома. Тщательнее, не халтурь! Да отстань, там отцу кто-то написал. Любовницы своей, походу. Короче... Вот же несправедливость. Теперь сиди, учи уроки из-за какой-то училки. Так, короче... Лутаем шкафчики. Опа, зарядка. О, я понял, куда зарядку. Все. Так. Че, в ванной? Да забей ты уже! В ванной что у нас есть? Че взять можно? Алло. Че можно? Ничего нельзя взять. Жди. В туалете. Решетка привинчена на винты. Окей. Окей. Стиральный порошок. Инвалиды в команде. Ничего нельзя взять, да? Стиральную машину тоже ничего нельзя взять. Здесь у нас что? Тряпка. Грязная тряпка нам нужна. Нам нужен еще, знаете, что? Нам нужен жироочиститель. Да, выйди из ванны. Ванны. Ой, ужас. Тихо, 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 тихо. То есть мне нужно на кухню. Мне нужно на кухню, я понял. А? Иду, иду. Тихо, тихо. Так, я понял. У нас, короче, есть тряпка, зарядка. Дымовую завесу надо сделать. Нужно устроить дымовую завесу. А как сделать-то? Чё тут взять можно? Подожди, подожди, подожди. А, мне нужно, наверное, отвлечь ее с собой, то, что она меня поймает, нет? Стоять! Отстань! Ой, блин, сколько дыма! Боже! Давай, вперед из песни, да чтобы пол блестел! Да больно надо. Вытяжка выключена, фух, слава богу. Так, я надеюсь, она ее не включит. Пошлите проверим, что у нас там по вытяжке. Окно открыто. Мне нужно в комнату отца, наверное, еще посмотреть, что там будет. Аккуратненько. Тихо. Так, тут у нас... Ага. А вот шпилька, вижу. Заколка, блин. Так, ладно, тут у нас что? Тут у нас вообще ничего нету, да? О! Выключи! Фух. Боже! Кондиционер у них тут еще свой. Ноутбук. Понятно. Но я не... Все! Мимо! Вот еще что-то лежит. Вон там что-то еще лежит. Ничего тут у них нет. Ладно, давайте откроем. Заперто. Отмычка есть. Что тут? А что тут? Что, я зря потратил, что ли? Мне кажется, или я зря... Или я зря потратил. Нет, нафиг, я не буду лучше включать сейчас ноутбук. Цветок. Фотография. Ну, это мы все видели. Ладно, пошлите тогда из комнаты, из их. Тогда нам нужно выбежать сейчас на улицу. Здесь у нас... Тихо, тихо, тихо. Так, тут пульт. Все, ну, я, короче, на улице. Что тут у нас? Бочка. Ну, я понял, что это бочка. Окей. Не хватает ступеньки. Ага, 3 ступеньки надо найти. А где мне их найти? Подожди. А мне мимо окон, я думаю, лучше. На корточках. Ну и... Чтобы она нас не видела. Боже, мне стрёмно. Так, это комната, которая заперта, кстати. Это я не знаю, что за комната. Тихо, тихо. Может, тут что-то найду? Нету тут ничего. Так, тут это, видимо, комната отца. А ну, стоять! Че дай мне? Метла? Сейчас ты у меня Нет, отстань, пожалуйста, пожалуйста, ты меня не догонишь. Нас не догонят. Нас попался! Нет. Давай быстро, 20 приседаний. Ужас.
Окей, ладно, сбежать у нас не получилось. На улице ничего мы не нашли. Тогда давайте попробуем зарядить ноутбук. Так, и чё? Поебело, Геннадий. Боже. Окей. Я не знаю. Подсказка. Геннадий плюс вентилятор. Чё за вентилятор? А можешь закрыть, пожалуйста, эту фигню? Зарядку можно забрать? Блин, вентилятор, какой вентилятор? А всё мимо. Ничего у них тут нет вообще. Какой вентилятор? Что вентилятор? Плюс вентилятор. И что мне с этой информацией делать? Может, вентилятор это в их понимании кондиционер? Нет. Я случайно подвинул. Тут ничего нету. Окей. Ничего нет по-прежнему. А чё это? А чё я нажимаю и чё? Желтый, красный, так это... Да хватит елозить. Подожди. Ну в ванной ничего нет. Мне нужно кухню залутать. Посмотреть. Иду, иду. Так. Окей. Я не знаю, что нам нужно делать. По-прежнему прям. Свалило? Давай! Так. Давай, давай, давай! Все, нам ББ. Она пошла поливать цветы. Тихо, 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 тихо. Ну я вроде все вернул, как было. Подождите. Ну же! Ну, ну! Она вроде ничего не поняла. А где она? О, дверь открыта. Спалила! Спалила! Нет, 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 пожалуйста, отстань. А что мне делать? Может, мне машину помыть? Заперто на ключ. Поймала, блин. Разве тебе не ясно было сказано? Пипец. Так, короче. Да ну нафиг, чтобы я и учил уроки. Это несовместимые вещи. Так, как я понял, в комнате в нашей ничего нет. Нет, верни обратно шкаф. Ой, что-то вылетело, вы видели? Ладно. Ой, пошлите в ванну-то посмотрим. О, лампочка. И куда ее? Бритву возьми. Пипец, ладно. А это что стоит? А, это крышка от этой... От корзины для белья. В туалете у нас ничего нет. Ёршик мы не берем. А это можно как-то передвинуть? Подожди, так. Тряпку надо взять. Тут больше у нас ничего нету. Нам, короче, я знаю то, что нам нужно... А где ключ-то взять? Так. Она у нас тут моет посуду. Окей. Все, в принципе, по стандарту. Отец смотрит. Так, лучше это... Тихо. Отмычка, мы ее не будем использовать. Так, тут у нас ничего нет, да? Здесь у нас тоже ничего нет больше. В ящике что лежит? В том-то и дело, что у нас в ящике ничего не лежит. Подожди, а если вещи? Подожди. Ничего не видно тут вообще? Мимо! Понятно. Ой, а что оно? Нет, тут ничего мне показалось. В ящике рубашка, понятно. Так, компьютер у нас уже снова разряжен. Вот, смотрите, красная какая-то фигня лежит. Почему ее?
Почему мы тут ничего подобрать не можем? Я не понимаю. Так, на полке у них вообще ничего нету, как обычно. Понаберут же по объявлению. Здесь тоже ничего. О, ключи. Ключи от машины. Окей. Телефон, ладно. Больше кондиционер мы включать не будем. Так, что тут еще есть? Ждите. Окей, может снова устроить дымовую завесу? И тогда у нас будут ключи от машины. Цветы. Мать пошла поливать цветы. Выключи. Нужно устроить дымовую завесу. Но, мы поняли. Вот это нам надо... Это не то, да? Надо пойти отлить. Ой, нет, нет, нет. Не в этот раз. 2015, тут что? Ок. Какого хрена дверь открыта? Я взял какой-то кусок льда. Что здесь случилось? Эй, а ты куда делся? Да, молоток нашел. Давай бросай дела! Наш сын опять пытается сбежать! Ой. О боже! Ты что, сумасшедший так пугать? Метлу в руки пошел, чтобы ни единой соринки не было! Да боже, что я сделал? Я просто вышел из своей комнаты... И пошел на кухню, может я воды попить хочу. Нет, нельзя типа мне попить. А тут вообще кормить-то будут меня, нет? У меня есть ключи от машины. Дождите, дымовая завеса сделана? Сделана. Выходим. Аккуратно. У меня есть молоток. Что я им могу сделать? Разбить окно? Нет, нафиг я не буду ничего делать. Ага, щиток. Понятно. Тихо, мне нужно как-то... Очень тихо. Рот закрыл. А ну стоять! А чё открывать-то? Багажник. Берем быстро. Чё дальше? Дальше. А чё, я уехать не могу? Почему я... Я думал, я могу уехать. Нет, отстань от меня. Сколько раз меня поймали? Попался! Так, короче, что мы имеем? Мы имеем жироочиститель, тряпку, отмычку, какой-то кусок льдины, молоток и лампочку. Так, что здесь нужно? Ой, ладно, давайте протрем. Ну вот можете же всегда, что так не играть? Тряпка слишком грязная, да вы достали. Давай, помыл. Как мне помыть-то ее? Подожди. Что мне? Как мне ее помыть? Подожди. Ну? Да достали, как мне тряпку-то помыть? Наконец-то там гол забили. Подождите, как мне помыть тряпку? Что мне сделать? Мыло взять? Пасту, зубочистку. Туалетную бумагу. Да не хочу я ваши подсказки. О, порошок стиральный, наверное, нужен, да? Подожди, как мне помыть тряпку? Понятно. Как мне убрать его? Подожди. Как мне тряпку отсюда убрать? Мне нужно положить ее в эту. В раковину. Как мне положить тряпку в раковину? Надо пойти отлить. Все, ББ. Ага! Нет! Поймал? Давай бросай дела! Наш сын опять пытается сбежать! В смысле? Я просто сижу, делаю уроки. Чё надо? Куда я пытаюсь сбежать? У меня ничего нету. Маньяки. Отстаньте. Так, ну походу отцу стало уже пофиг на нас. Во, и мама возвращается. Понятненько. А можно страницы перелистнуть? Нет, нельзя. Так, ну и чё? Чё мы имеем? Мы имеем вообще абсолютно все, непонятное чё.
Не знаю, куда это все применять, куда мне применять грязную тряпку, как мне ее помыть. Стиральный порошок, куда его заделывать. Как мне это что, отмычкой, заколкой, что мне этой заколкой сделать? Открыть мамин шкафчик, который вообще ничего не даст. Тут вообще ничего нету. Я понял, короче, давайте попробуем включить компьютер, чтобы отцу пришло сообщение. И мы быстренько тогда посмотрим, что у него в комнате. Можно вот так вот сделать. В принципе. Окей. А, я неправильно написал, сори. То вообще так пишет через W. Все. Все, ему пришло сообщение. Так. Ему... Че, угораешь? Ты угораешь, что ли, или че? Тебе сообщение пришло. Иди посмотри, что там. Открой дверь. Нормально вообще, нет? Ему сообщение пришло. Включи компьютер. Ему сообщение пришло, он не читает. Мышка, клавиатура, понятно. Давай, 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 давай! Окей, ладно, еще раз. Я надеюсь, можно будет еще написать ему сообщение. Нельзя. А как мне... А почему? А что мне сделать, чтобы он посмотрел мой... Все, ему пришло сообщение. Вот я бы показал, как надо. Подожди. Ты дурак? Он сумасшедший, что ли, или что? Почему он не хочет смотреть, что ему пришло уведомление? Раньше постоянно бегал. Ай! Так, ладно. Давайте избавимся от отмычки. Ну да, тут ничего не лежит, даже смотреть ничего не надо. Подожди. Дверь закрыть надо, блин. Кто еще поймет? Так, окно во двор открыто. У меня есть... Можете же всегда, чё так не играйте? У меня есть молоток. Что я могу? Бочка. Что мне сюда, плюнуть в эту бочку? Сломанная лестница. Это что за комната? Так, это у нас комната в коридор. А если отключу? Отключить, да, нельзя, понятно. А что можно? Ну, я включил воду. Бобик? Вообще-то, ты должен был мне быть как друг. Стоять! Да отвали, сумасшедшая. Лезь! Лезь! Я сижу, делаю уроки, ничего не знаю. Куда мне нажимать, чтобы тряпка упала под эту? А, может мне ее бросить в стиральную машину? Точно. Блин, я дурак. А его что, тоже сюда, типа, бросать? Так, закрываем. Подождите. Дверь закрой. И что, у меня там тряпка моется без стирального порошка, вы хотите сказать? Ах ты паразит! Я не понимаю. Третий раз уже! Я не понимаю, нет. А как мне, что мне нужно сделать? Я не понимаю, короче. Напишите в комментарии, понравилась ли вам данная игра и снимать ли мне продолжение. Короче, набираем много лайков, и я снимаю продолжение. Все. Ну, нужно сбежать из этого дома в любом случае.